Салика Продакшн Студио. Там зверского тоже опять-таки вокала нет там, так что прям учить, прям там 29 репетиций, такого нет. Давай, я не буду тебе петь, сама пробуй. Вот, молодец, видишь, молодец. Мой мир, как он красив. Да, видите, друзья, Настя пришла на репетицию, я ей предложил спеть песню «Выучить мой мир» Кристины Орбакайте. И она, опять засомневалась, во многом она сомневается. Но подскажите, правда ведь это ее песня? Правда ведь это песня Насти? Как она ей подходит? Чудная песня. Да. Я прям сидел и думал об ученицах, многих ученицах, которые здесь учатся, а девушка, прежде всего, что ученицы, не об учениках. И думал, вот песня есть, «Мой мир», Кристина Орбакайте. Думаю, кому же отдать? Я думал, может быть, Наташе Ли вчера отдать. Оказалось, что хотел бы, но нет, все-таки я Наташе Ли дал другую песню, мы уже репетицию видели. Потом думал, может быть, это Марина Кабайдулина? Может быть, но нет. Вот. У Марины другая песня, это уже подходит, классно, «Мальчик мой». Потом, может быть, Марат Бексултан. Нет, у Марата прекрасная песня. У Марата и так прекрасная песня. Может быть, Андрей Плавайко, тоже делаем уже песню. И вдруг я вспомнил, что есть в студии Анастасия Шамхалова. Она тут учится не первый, то есть первый год, то есть скоро будет год, да. После где-то 4 июня, 8 дня рождения. И я понял, что надо ей предложить. Но я знал, что когда я предложу, она засомневается, скажет, что-то мне вот и Орбакайте вот... Не нравится. Да, да, да. Самое главное, не Орбакайте должна нравиться, а материал. А эта песня просто валяется, и думаю, кому дать ей, тебе. Хорошо, ладно, если как скажете. Да, пожалуйста, спой ее. Вот даже, я не знаю, над чем тут работать, настолько ты вот начала уже петь просто по бумажке, да, и так прям с тобой совпадает это все. Да, просто спасибо. Я просто не знаю, как быть, поэтому я пошел домой. И не знаю, чему учить. Да, я не знаю, чему учить. Просто проживи эту песню. Вот это бы выговорить еще ему. Да. Ты не заметил, что по радуге идешь, мой мир, как он красивый, светел. Да, вот да, так. Да. Ты не заметил, что по радуге... Спой. Ты не заметил, что по радуге идешь, мой мир, как он красивый. Да, мне язык заплетается. Вот это... Мой мир, как он красивый. Да, это как раз хорошая, как тебе сказать, тренировка дикции. Дикция. Да. Вот он. Смотри, как он красив. Ты не заметил. Что по радуге идешь. Мой мир, как он красив и светел. Светел. Я же дикцию. Развивайте дикцию, пожалуйста. Поехали. 3, 4. Ты не заметил, как по радуге. А что по радуге, да? Ты не заметил, что по радуге идешь, мой мир, как он красив и светел. Все, твоя песня. Да. Кристина Орбакайте разрешила. Я ее отметил, и она посмотрела и разрешила. Поехали. Да, и сейчас зрители думают, да, Саликов умеет залечить девушек. Залечил, убедить. А ладно, Настя, у меня с ней там контакт вот такой, да, вот мы разговариваем, понимаем. А с Андреем Плавайко была другая история. Когда я его убеждал спеть песню Александра Буйнова «Падают листья», он прям обижался, он прям такой был недовольный, что вот такая песня Буйнов, не нравится его рожа, вот это. А когда он ее спел, что вы написали? Написали, блин, молодец, так тебе подходит. А он потом успокоился, пришел в студию и мне признался, что теперь он думает иначе. Поэтому я соглашаюсь на все ваши песни. Потому что я знаю, что будет классно. Да. Потому что Анастасия Шамхалова — это уже имя в студии. Имя. Это не просто там какая-то Сидорова Анастасия или Иванова Анастасия. Это Шамхалова. Так что ждите выступления, друзья. Ждите.